В 2018 году встали мы на очередь по земельному участку, когда родился у нас третий ребенок. Землю мы получили в конце 2019 года. Мы получили документы на земельный участок. Мы с супругом, подумав, решили брать эту землю. Вот в ближайшие, вот на днях мы ездили на этот участок, решили поставить колышки. Земля, я скажу, чудесная. Для меня это как моя родина. Мне очень там понравилось. Там и лес, там и озеро, там святые источники. Это мое, можно сказать, мое родное место. И мы почему-то сразу вот решили брать эту землю. Не ожидая, не отказываясь, ни о чем, ничего не думая, вот решили брать эту землю, все. Как нам сказали, что будет проведено газовое, ближе, ну, к домам нашим, где будут в дальнейшем строиться наши дома, потом коммуникации, будут строиться садики, школы. Вот. Почему-то мы сразу вот решили, что это наше. Ну, посмотрев в интернете, там очень большая будет территория земельных участков. Там по участкам, вот знаю вторую семью, у них 490 участок. У нас 382 участок. Это где-то свыше 500 домов, наверное, точно будет. В следующем году хотим весной съездить, посмотреть, идет ли там процесс по получению земельных участков. Если, может, кто там уже, соседи, если появились, хотели бы связаться с соседями уже потихонечку как-то, чтобы потихоньку начинать обустраивать нашу территорию. Вот честно сказать, это моя мечта с детства – иметь свой жилой дом, где будут бегать у меня дети, где будут расти внуки. Вот. И я надеюсь, что мы с супругом все-таки построим свой дом. Дорога занимает 1:40 езды. И если кто-то ближе к Канашу там проживает, или родственники, может, у кого-то в Канаше, ну, как у нас вот с супругом имеют родственники, мы приехали к родственникам в гости и спокойно заехали туда, там полчаса езды от Канаша. Даже вот элементарно ездим в Москву в гости, это же расстояние намного больше. А тут свой дом, свое хозяйство, и свои же дети и внуки будут расти в этом доме. Вот государство выделило нам вот этот вот участок, 338 наш участок. Заезд получается на нашу улицу. Отсюда получается, это первый дом, наш участок находится вторым домом. Здесь на данном участке, получается, здесь спереди должен находиться дом, а это конец участка, там уже идет у нас как огород. А вы как будете делить? Так же, как в деревне, к примеру, небольшая часть – это дом, постройки, а здесь под картошку или как? Ну, да, я планирую, ну как, думала-думала, вот думала, как у нас у бабушки в деревне, это действительно начинается, здесь находится баня уже, здесь находится дом, и здесь уже идет этот огород.